Дом пустует. Никто сюда не ходит с того момента, как это случилось. Родственники никак не могут его продать. Здесь уже была полиция из Альбукерка. Они изучили здесь все. Согласно официальному заключению, Портер был на работе, когда некий Дэрил Уокер пришел сюда и устроил кровавую резню. Он пришел с целью ограбления. Жена и дочь оказались дома. Сара? Сара? Это примерно происходило так. Уокер затолкнул обеих женщин в комнату. Изнасиловал жену. Потом убил их. Портер вернулся домой и нашел здесь Уокера. Он свернул ему шею, как цыпленку. На его месте я поступил бы так же.